Доброе утро, дорогие друзья! Ждали мы снега и дождались. Пошел у нас первый снежок. Он идет и сразу тает. Это тоже уже начинает таять. У нас сейчас плюс 2. А новый снег, который идет, превращается в дождь. Индюшата рады снегу. Их домик открыт, поэтому если они замерзнут, они зайдут. И пока ходят, гуляют по двору. Они уже начинают пушиться, как взрослые. Это мои маленькие, которые внеплановые, которых индюшка высидела сама. Без моего участия. Я сомневалась, что с них что-то будет. Ну, такие уже вот красавчики. Вот гуси приветствуют. Вот это этот индюшонок, который пострадал от коршуна. А снежок идет, идет, но тает. У нас пасмурно, наверное, это на целый день погода такая. Снег пошел, настроение повеселело. Ну, конечно, еще бы немножко, чтобы приморозило. Так все это будет превратиться в кашу. Я пыталась их загнать, но они не хотят. Не хотят, пусть ходят. Индюки не боятся ни мороза, ни снега. Они крепкая птица. Курочка спряталась. Куры больше боятся снега. По крайней мере, мои. Да, поэтому так, друзья. Уже и у нас снежок. Меня подписчица спрашивала, или у нас ожидается снег. Ну вот, ожидали и дождались. Но у нас снег обычно явление недолгое. Года 3 уже у нас не было нормального снега. Друзья, здесь уже болото. Вот тут куры ходят. Тут болото. А там, где индюки, там снежок. Курочки завтракают. У
Вот кто снежный, радуется больше всего. Так что, друзья, вот так. И мы снежком. Правда, совсем маленький. Но ничего. Может, за всю зиму и у нас будет снег. Правда, на Новый год передают слякоть. Ну ничего. Как говорится, у погоды нет плохой погоды. Всякая погода благодать. Вот такое вот утреннее видео. Ну все, друзья. Пока-пока.